Здравствуйте, уважаемые зрители! Я очень рада всех вас приветствовать на своем канале. Сегодня хочу вместе с вами сходить в магазин-склад, который у нас называется «Луч». Здесь очень много посуды, товаров для дома, причем много российского производителя, как многие из вас любят. Я сейчас нахожусь в городе Курск, это улица Первая Строительная. Как обычно, всем вам желаю приятного просмотра. Мы с вами с этим магазином уже знакомы, и я знаю, что многие просят обзоры отсюда. Сама с удовольствием здесь гуляю, а когда гуляю сама, естественно, беру вас с собой. Поэтому всем приятного просмотра, хватит болтать, давайте скорее рассматривать. Знаете, обычно мы с вами начинаем этот обзор из этого магазина с каких-то вот таких красивых сковородок или кастрюль. А сегодня я хочу, знаете, начать с чего? С тарелок. Давайте посмотрим столовую посуду. Тем более, что здесь я увидела уже новинки, очень красивые, нежные новинки. Например, вот такие красивые. Ну, не ругайтесь сильно, буду говорить много слов красивых, потому что, правда, от этой посуды невозможно оторваться. Так, смотрим с вами на цену. 89 рублей, 107 рублей, поменьше салатник. Вот такая красота. Называется миска суповая, ветка сакуры. Но такие какие-то нежные цветочки. Да, наверное, все-таки это сакура. А вот они рядом поменьше тарелочки. Ну, в смысле, эти салатники. Они и подешевле. Вся посуда здесь в пределах, ну, вот столовая я имею в виду, в пределах 100 рублей. Поэтому считаю, что каждый достоин таких цен, да. Каждый может себя порадовать чем-то таким новеньким. 92 рубля. Вот такой салатник. Называется «Грация». Так, кто производитель? Ну, в основном это Китай, если смотрим стеклокерамику. А вот кастрюльки здесь очень много, кстати, из России. Кто хочет другую форму, посмотрите, присмотритесь, точнее, вот к таким вот. Это мягкий квадрат, как я называю эту форму. 124, 137, 160 рублей, в зависимости от размера. Потому что они есть маленькие, есть побольше, есть еще больше. Обеденная тарелка 149 рублей. Вау, вот такое вот мы еще не видели с вами. Посмотрите, это просто шикарно. Я сейчас вам вспышку включу, чтобы вот посветлее вам было. И сразу покажу цену. Такая тарелка стоит 224 рубля. Ну, достаточно яркая, да, для тех, кто любит поярче. Если не хотите слишком яркое, то можно присмотреться вот к таким вот. Здесь тоже розочки, но они более нежные. Следующая тарелка тоже, я бы сказала, что просто вау. Посмотрите на эту нежнятину. Веточки лаванды, плюс здесь какие-то еще цветочки луговые, полевые. 126 рублей. Называется лаванда. Обеденная тарелка. Тоже вижу, что это производитель у нас кто? Китай, наверное. Ну, могу сказать, что очень красивые. Стеклоки что-то без рисунков, то тоже есть что-то здесь можно найти. Сейчас, например, покажу. По 60 рублей вот такие мини-салатники, тоже красивые. Рядом стоят какие-то тарелки по 127 рублей. Смотрится вообще обалденно. Даже вот, знаете, вживую это намного красивее смотрится. Так, 119 рублей к такой тарелке можно. Вот посмотрите, как красиво. И уже, пожалуйста, приятно обедать, ужинать, да, с таким комплектом. Так, не хочу выключать даже камеру, чтобы что-то еще искать. Показываю все подряд. Но это просто нежные лютики. Салатники небольшие, керамические, 67 рублей. А вот еще новенькое. Такие мы с вами не встречали в прошлый раз. По 107 рублей. Десертные тарелки. Кто производитель? Написано «Эскиз розы». Тоже Китай. Но симпатичные. В сером цвете, кстати, салатники есть по 90 рублей. Вот еще что-то новое. По 151 рублю суповые тарелки. По характеристикам давайте смотреть. Это Иран производитель уже. Тоже стеклокерамика. Красота. Так нежно смотрится, несмотря на то, что листики яркие. Так... Что мы тут еще с вами не видели, не помню в прошлый раз. И вот такие вот тарелки. Ну, здесь постоянно что-то новенькое завозится. 102 рубля. Летнее настроение, действительно. По 127 будет миска суповая. Вот опять же, просто обычные. По 83 рубля без рисунка, кто любит, да, просто белая посуда. Так, 122 рубля. Вот они еще симпатичные салатники. Производитель, помню, что Китай их, это керамика, мы в прошлый раз их видели. Еще один рисунок.
Вот перевязалась к тарелкам, да, скажете вы. Так, давайте посмотрим что-нибудь нового из кастрюль. Здесь уже производитель Россия. Кастрюля большая на 4 литра, стоит 1200. Знаете, здесь берешь крышку и сразу чувствуется, что это российское производство. У Китая тоже красивые, но более легкие. То есть материал более быстрее прогорает. Естественно, срок службы от этого уже меняется. Давайте посмотрим, что есть тут поменьше. Если кастрюлю смотреть, на 2 литра 877. Кстати, есть, посмотрите, тоже эмалированная посуда, но без рисунка и крышки стеклянные. Это уже на любителя, да, кто что хочет. Красивые и с ромашками, и с клубничкой. А тюльпаны тебе просто заглядение. Вот сама хожу, любуюсь, хотя, в принципе, из этого пока ничего не нужно. Но все равно присматриваю что-то. Так, вот такие еще красивые. Только посмотрите, какая красота. Опять же, тяжелая даже крышка. 1132 рубля на 4 литра. Маленькие здесь тоже есть. Например, 628 на 1 литр. Тоже с рисунком. Разные рисунки есть. Эмалированные лотки, как я говорю, для холодца из моего детства, как будто. Вот они цены на 2,5 литра, на 1,5 литра. В таком количестве, как здесь, вот этих лотков я еще не видела нигде. На 600 миллилитров по 518 рублей. Жалко, вот не пишут они производителя вот тут, где-нибудь на ценнике. Но все равно сразу видно по товару, кто производитель. Ну, а где не видно, там я просматриваю какие-то коробочки, что-то выискиваю. Здесь эмалированные кружки есть по 159, ковшики по 389, 397 на 1,5 литра ковшек. С рисунком есть без рисунка, есть с крышками, есть без крышек. В общем, все что угодно. Вот, взяла, хотела посмотреть производителя, не увидела. Так, а вот тут, может быть, есть отметочка. Нет, но это наш производитель, наверное, даже Керчь. Вот я знаю, что оттуда очень много эмалированной посуды в таких магазинах поступает. Миски, такой таз, даже я бы сказала, эмалированный, 1000 рублей стоит, на 12 литров он, на 16 литров чуть-чуть подальше, 1259. А здесь уже более такие попроще варианты, без рисунков. Баки, такие кастрюли огромные на 18 литров, 1600. Даже ведра есть по 1000 рублей, по 1100 на 12 литров. А посмотрите, какие там кастрюли. Большие, но с какими яркими, сочными клубниками. Да, симпатичные. Почем они, только не поняла. Не вижу ценника. Еще увидела кастрюли, кто не любит что-то наляпанное, цветное, но желает, чтобы все-таки какой-то рисунок был. Посмотрите, какие милые, приятные варианты. Есть побольше, есть поменьше. 2 литра 800 рублей, 3 литра 840. Вот так как-то по цене разбросались они немного. Сейчас еще посмотрю, что новенького из кастрюль. И увидела вот эти чайники. По-моему, в прошлый раз с этим рисунком их не было. Чайник 3 литра, 1800. И со свистком, со всеми делами. Объем хороший, большой. Стеклянная крышка сверху. Есть в крышке, конечно, для паровывода все дела. Ну, в общем, чайников тут тоже много. Вот кастрюли из нержавейки всегда какие-то дорогие. 1,5 литра 840. 5,2 литра 2400. Ну и вот тоже здесь их целый ряд. Но вот в этих пределах. Где-то 1800, маленькие 1200, 1600 побольше. Какая чугунная сковорода. Ее даже тяжело поднять одной рукой. Очень тяжелая. Наверное, она ее купила, на всю жизнь будет вам служить. 843 рубля стоит съемная ручка. Здесь их много. Такая ручка, знаете, тоже деревянная, такая приятная. Тут еще вариант. А, ну это уже полегче обычной сковородки, наверное. Вообще чугунины, смотрю, здесь тоже много. Не только. Были, я видела, здесь и блинные сковородки, но они тоже не в подъем, конечно, тяжелые. Напишите, кто любит вообще в комментариях именно чугунную посуду. Пользуетесь вы ей? И сколько ей вообще лет? Я правильно понимаю, что она вековая? Все, я засматриваюсь вот на эти крышки. Нравится мне ручка. Мне кажется, так удобно с такой будет. Небольшие, хотя есть и побольше, разные диаметром. Даже есть вот такие малышки. Кстати, таких маленьких я нигде не встречала, чтобы отдельно продавались. Может быть, даже на какой-то чайник подойдет. Цены 110, 101, 140, 130. Нормальные, в принципе, все цены. Чашек, кружек здесь тоже очень много. Кстати, вот они, еще сковородки. Все даже не обсмотреть.
Есть и подарочные варианты, вот которые не стыдно так будет подарить. Например, какие симпатичные. Посуда 1530. Видите, в какой упаковке сделана в России. Ручка под дерево с крышкой. Это даже больше как такой сотейник с антипригарным покрытием. Это литой алюминий, съемная ручка. Ну, в общем-то, хороший вариант для подарка. Кружек здесь очень много, но я сразу обратила внимание на кружки из своего детства. Помню, что у бабушки в деревне были похожие кружки. Сразу прям, знаете, такие теплые, приятные воспоминания. Эти кружки сделаны в Китае на 360 мл, стоят 59 рублей. С малиной есть. Есть с чем еще? Здесь вот с такими цветочками тоже полевыми. По 80. Такой, знаете, объемненькая она. 300 мл, нормальная. Ну, что-то сейчас, конечно, есть более современное, и стеклянное, и не стеклянное. Какие яркие стеклянные. В прошлый раз вам тоже, по-моему, их показывала. Но их разбирают неплохо так. По 137 рублей такая красота. Прозрачные. Прозрачные и красивая такая каемочка золотая. Смотрится тоже, знаете, эффектно. 159 стоит такая красота. Что-то общим планом хочется вам показать. По 105, по 92. Кстати, симпатичные, с ромашкой, по 70 рублей. Они, правда, небольшие, на 250 мл. Но в целом неплохо. Ух ты, какие красивые новые чайные пары. Такие они тоже прозрачные. Смотрится прозрачная каемочка. И на блюдце, и на чашке золотистая. 196 рублей. Наборы, я смотрю, что есть набор чайный, 6 кружек, 6 блюдец, 1200, есть на подставке 1350, еще варианты, оп, ух ты, какие красивые, 1387, опять же, это набор на 6 персон, встречать любимых гостей. Ой, прошли мы мимо каких красивых, ярких чайных пар, не показала вам, посмотрите. Стеклянные, 180 рублей за такой вот наборчик. И есть еще с подсолнухом рядом стоят. Вот они. В продаже есть часы. Выбор, в принципе, нормальный. И цены, самое главное, бюджетные. От, наверное, 450. А вот еще вижу 380 рублей. По 700, смотря какой диаметр нужен вам. Я думаю, что от этого все здесь и зависит. Но вот в Леруа Мерлен, хотя он считается таким нормальным магазином, там подороже часы. Хотя я бы не сказала, что они там интереснее. Дизайн, в принципе, тот же самый. Друзья мои, ну а на сегодня я буду свой обзор заканчивать. Обязательно будет предложение. Как обычно, магазин очень большой, поэтому буду снимать вам еще отсюда видео. Главное, поддержите это видео лайком, чтобы я видела, что вам нужны обзоры отсюда, поэтому приду обязательно сюда еще. Спасибо за ваше внимание. Всем вам желаю здоровья, будьте здоровы. И, конечно, берегите себя, берегите близких. Всем нам мирного неба над головой, самое главное. И прощаюсь с вами, до новых встреч. Всем пока!